Заснеженные вершины, цветы у подножий гор, рассветы и закаты – это то, что художник Юлия Сорокина навсегда оставила в памяти из путешествий. Больше всего работ художник посвятила Алтаю, хотя не раз любовалась красотами других регионов и стран. Когда я была маленькая и когда сидела дома, болела, рисовала. Кстати, когда я болела, папа мой летчик, он летал в Горный Алтай, и он меня оттуда привозил вот эти вот цветочки розовые моральника. И вот до сих пор у меня от Алтай это моральник. Отдельное место в творчестве Сорокиной занимает тема шаманизма. С проводниками в мир духов она не раз встречалась во время своих поездок по Алтаю. Атмосфера обрядов, говорит, всегда завораживает. У настоящих шаманов всегда закрыто лицо во время обряда камлани, потому что если духи увидят лицо того, кто вызывает, они могут в него вселиться или потом навредить и сделать что-нибудь не очень хорошее. Поэтому шаманы всегда закрывают лицо всякими ленточками, вот видите. На выставке «Магия вершин» художник представила больше 20 своих работ. И это не только живопись, но и фото. Стать чуточку ближе к местам силы на Алтае можно до 7 мая. Со среды по воскресенье в художественной галерее «Кот». По выходным автор проводит мастер-классы по живописи. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.